последние шаги к вершине. 4444 ступеньки на исходе. Ну, в общем, вот такую вот развлекуху они устроили, эти норвеги. Типа, заползи фиг знает куда, и откроется тебе красивый вид. Ну, в целом, так-то есть, конечно. А тут должна включиться песня, потом я ее поставлю там, где они поют, что это вот, вот конец. И он приближается. Что у нас? 4444 ступеньки должно быть. Так, это 4441. 42, 43, 44. Ах, на одну ошиблись. Хотя, на какую одну? Тут еще этих ступенек до хрена. Все это развод, 4444. Ну и что, как вы думаете, что на вершине? А на вершине красота неописуемая. Вот так вот, видите? Хотя, как вы увидите, вы же сюда не поднимались. Ладно, покажу. Правда, все испортил дождь, который внезапно начался. Блин, было бы солнце, вообще было бы ништяк. Там внизу фьорды. А те, кто прошел чуть дальше этих 4444 ступеней, могут увидеть такое красивое озеро. Ну вот. 4444 плюс еще 100 ступенек ведут на высоту 740 метров над уровнем моря. Где-то там. А это остатки старого механизма движения вагонетки. Не знаю. Ну вот. Но, как известно, подъем в гору — это не только подъем в гору, это еще и спуск с нее. Поэтому теперь все то же самое, только вниз, по скользким деревянным ступенькам. Ну, ничего, прорвемся. Спуск вниз начинается примерно отсюда. С учетом того, что все скользкое, все деревянное и все почти вертикальное. Там внизу вот плывет корабль, который длиной метров 70. Белая точка. Да, так иногда смотришь на окружающие горы. Кажется, что лежит снег. Но не снег. Это вода. Хотя снег — это тоже вода. И тут пришло облако. Все исчезло. Он рассеялся. Вернее, облако ушло. И такая красота.